Всем привет, с вами Умка, и сегодня в этом видео мы будем вместе с вами осматривать обзор на обновление Wildcraft'а. Оно вышло, ребята, в 1:30 ночи, и я, естественно, начала запиливать видосик. Ну, давайте начнем рассматривать наше обновление. Итак, первым постом мы будем все рассматривать, естественно, по очереди, все как выходило. Итак, первым постом был пост, который сделали разработчики. Был пост о добавлении мистика на крокодила. Давайте посмотрим его. Давайте возьмем нашего крокодила. Берем коллекция и посмотрим мистики. Ой, какие же они красивые. Только гляньте. Обалдеть. А ну-ка, обалдеть, ребята, он потрясающий. А новый, а второй? О, я вот этот хочу. Я хочу вот этот, ребята, я хочу вот этот. Еще какое-то действие я тут заметила, да? Да, это новое действие. Ой, да чтоб тебя дождь намочил. Так, давайте одежду посмотрим, может, что-нибудь добавили. Да, добавили новую одежду на мистик этого крокодила. Но я так поняла, это вот она будет отсюда, да? Да, скорее всего, она отсюда. Но давайте на обычном скине посмотрим, как она вообще выглядит. Да, она просто потрясная. И второй. Прекрасно. А. Вау. Красота какая, просто капец, красота. Очень красиво, мне все понравилось, буду выбивать. А глазки? Нет, глазки, к сожалению, не добавили. Новеньких пэтов. Да, новенький пэт, но он будет доступен в Farm Pass. Ну, кстати, вот он. Кто не видел, вот может посмотреть. Следующий пост, который сделали разработчики, новый игровой зверь, это горилла. Давайте ее посмотрим. Она 90 кристаллов стоит. Кто хочет ее сразу приобрести, она стоит 90 кристаллов. Давайте скины посмотрим. Давайте посмотрим легендарный сразу. Ой, ну красота, красота. Сразу покупаю, сразу покупаю. Давайте еще красный купим, а все остальное пусть так выбивается. А, ну еще и этот, да. Очень красивый. Давайте одежду на нее посмотрим. Так, ага, это на глазах. Но я такое не ношу. Вот, красота какая. Можно так ее. Да, блин. Блин, ребята, она классная. Мне понравилась. Ну, я не знаю, наверное, я не буду носить эту одежду. Скорее всего, нет. А это? Да, я вот это покупаю. Мне нравится. Вот это куплю. И все, наверное, больше ничего не буду покупать. А ну-ка. Нет, мне это не нравится. Я не буду на нее покупать это. Так, глазки такие же. Ну, давайте эти шапочку снимем. С нее глазки посмотрим. Ой, она с красными глазами, прям такая злая. Давайте купим ее. И это тоже купим. Действие, так она сидит. Вот так она агрится, тоже покупаем. Вот так она будет сидеть. А, обалдеть, ребята, мне нравится. Вот так она ест. Вот так она рассматривает, чешет голову. Вот так она в ужасе. Ну, это тоже пусть выпадает. Так, это она тоже ест, и это она будет спать. Угу. А это, ух ты, это она кувырки делает. Это она тоже в ужасе. О, это она злится. И это что такое? Это легендарное действие. Тоже покупаем. Будем ее выбивать, ребят, в общем, посмотрим. Будем выбивать. Следующий пост был, это возможность хватать игроков в онлайн режиме.
естественно, с просьбой, с вопросом, но, к сожалению, у меня, ну, пока мы не сможем это посмотреть, это мы посмотрим чуть позже. Четвертый пост это были добавлены новые эмоджи, дельфин, медведь и рысь, тоже посмотрим, но чуть-чуть позже, либо на следующем, в следующем видео посмотрим. Пятый пост – это пост, который я очень сильно хотела посмотреть. И всегда мне было на протяжении всего этого времени интересно, что же там будет. Это Wild Pass. Давайте нажмем и соберем. Собрать редкий скин. Это, в общем, нам... В платном доступен питомец, 10 кристаллов, сундуки, одежда эксклюзивная, на кого? На лесу, бустеры, оттенок, одежда эксклюзивная на лесу, бустер, одежда эксклюзивная на медведе, оттенок рыси, редкий скин можно будет получить. Оттенок на гепарда, можно разблокировать бустер, эксклюзивный скин, понятное дело, все в платном. В общем, 5 сундуков, 20 кристаллов, редкий аксессуар на гориллу, лиса эксклюзивная, 2 легендарных сундука, эксклюзивный аксессуар, одежда, волк, ну, в общем, к сожалению, не все, что нам очень сильно хотелось. Ну, давайте собрать кристаллы, что там за задачи. Охота надо на любом враге победить 20, на любом персонаже победить 20 врагов, это ежедневные. Открыть 5 сундуков, заработать 5000 монет и еженедельно охота 50 врагов на любом персонаже, прогулка для 10 тысяч метров на любом персонаже, получить 10 уровень, как на любом животном. Gold Pass 299 рублей, это вот. Так, следующее. Ну, короче, мне понравилось. Пост это, ну, раскраска скина. Это все понятно в Wild Pass. Бустеры. Давайте, наверное, возьмем. Давайте вообще посмотрим, может, что-нибудь интересненькое добавили. Вообще, жаль, конечно. Wild Pass эксклюзивное все. Хотелось бы какой-нибудь скин, конечно, ну, из таких в обычном. Ну, к сожалению, нам не повезло. Так, на лесу. На лесу тоже есть скин, мы его рассмотрели. Тоже такой аксессуар. К сожалению, я донатить не могу. Ничего не могу, потому что... Ну, потому что я живу в России. Так, на медведя давайте посмотрим. Вот этот скин, он мне безумно понравился, но, увы, ой, и ах. Нас разработчики с этим послали нафиг. Так, новенькое действие нету на медведя. Давайте на льва глянем. Так, ну, лев, к сожалению, то ничего не получил. Да, лев ничего не получил. Гепард, по-моему, тоже ничего не получил. Да, одежда. А, нет, есть мистическая одежда на него. Да какая красивая. Обалдеть. Я так поняла, это, наверное, на вот этих. Да, это на вот этих. Так, что тут у нас? Ага, еще вот так у нас есть красивый мистик. Шапочка. Глазки нет. И... Это тоже нет. Так, на лошадь давайте посмотрим, может, что-нибудь интересненькое добавили. Нет,
Это все старенькое, и это тоже старенькое. Нарла тоже нет. Тоже нет. И тоже нет. Это все старое. На крокодила мы уже с вами посмотрели. Давайте на льва посмотрим. Может там, фу, вернее, на тигра. Может там тоже что-нибудь добавили. По-моему, вот этого не было. Да, это вот этого не было. И да, вот. Смотрите, что добавили. Вот этот новый Wild Club. Действие Wild Club. Так, ну и горилла. Так, поддержка в игре письма. Это, я думаю, вам не надо показывать. Возвращаются новые статуи. Давайте зайдем в одиночную игру. Я так поняла, там китайский лес, ребят, добавили. Да, китайский лес. Иден. Иден, китайский храм, 300 кристаллов, ё-моё. Ну, давайте на тигре зайдем, скачаем. Посмотрим, что у нас там вообще за звери. И что у нас за босс, какой он уровень. Давайте зайдем. Красота какая, ребята, все в шоке. Мне безумно понравилось, я буду играть, естественно, все прокачивать. В общем, тут можно открывать Wild Pass, задачи смотреть, все дела. Так, давайте посмотрим врагов. А, вот и наши бустеры. XP умноженное на 2, 10 минут, 30 минут. Ну, в общем, вот они. Скорость энергии XP умноженная на 2 для 60 минут. И можно за рекламу посмотреть. Не знаю, будет ли у меня работать. Так, давайте посмотрим зверей. Ящер неагрессивный. Паласки кот агрессивный. Красная панда агрессивная. Золотая шнурная носовая обезьяна. Ее так просмотрим. Угу, понятно. А кто у нас? Китайский дракон. Етить вашу мать. 100 тысяч здоровья. Китайский дракон. Это этот босс Сайга. Антилопа агрессивная. Золотой такин агрессивный. Панда агрессивная. Северный леопард тоже агрессивный. Тигр тоже агрессивный. Ну, давайте оставим свою семью, так пройдем. Так, пробегаем. Ё-моё, давайте хоть кого-нибудь победим, что ли? Давайте вот его и победим. Ну, 3185 уровень, тут вам, наверное, будет очень хорошо качаться. А где находится босс, вот скажите мне, пожалуйста. О, 4 лунных камня мне дали. О, сразу еще один какой-то рысь, кошка. Давайте ее тоже победим. Красота какая. Ой, мама. Так, давайте Wild Pass сразу посмотрим, что мы там, задача. Ой. На 20 врагов. Вообще, а вообще где босс находится? Ух ты, ё. Ух ты, ё, какая карта. Ребята, вы видите эту карту? Она огромная. Но она, кстати, и не лагает. Например, давайте к боссу побежим, посмотрим, какой он там вообще. Этот босс. Угу. Просто прекрасная карта. Мне прям очень нравится. Такая, знаете, хорошая, и FPS тут вообще не падает. Так, где? Ё-моё, 100 тысяч здоровья, 190 уровень, ребята, есть что пробовать. Я думаю, что и давать монет он будет так хорошо. Ну, хорошо, давайте им побегаем. Вообще еще панда. Угу. Понятно. Вообще нормально. Ну, еще панда. Ну, знаете, тут нормально. Так врагов они раскидали. Карта не бедная.
прокачиваться можно прям-таки очень и очень хорошо. Я прям довольна. Так, что у нас вообще тут по... Блин, по Wild Pass. Угу. Давайте откроем 5 сундуков. И вообще давайте откроем на новой карте 73 тысячи. Ну, 73 сундука, может, мне выпадет обезьяна. Я ее начну с сегодняшнего дня качать. Отлично, действие мне выпало. И одежда на нее обычная. Это то, что я не открывала. Обычный аксессуар на нее выпал. Вы заметили, ну, они подправили. Вот теперь как-то более карандашно, что ли, все выглядит. Так. Задача завершена. 20 XP я получила. То есть 5 я уже открыла. Но мы будем открывать еще. Глазки выпали. Действие одно и то же. Глазки выпали на гориллу. Обычный аксессуар выпал на гориллу. Скин на гориллу выпал. Так, давайте дальше. Одежда обычная. Обычный аксессуар. Так, так. Угу. Я жду гориллу, ребят. Я буду ее выбивать, если она мне не выпадет, конечно, в течение этого дня. И ну, уже у нас же следующий день начался. Так. Скин мне, кстати, выпал. Скрин сделал. Можете в ВК посмотреть, кто не видел. Обалдеть, ребят. Мне нравится обновление, я довольна. Редкое действие мне выпало на обезьянку. Так, скин обычный выпал. Много сейчас будет выпадать на гориллу, только не сама горилла. Одежда обычная. Угу. Обычный скин. Еще и в океанском мире, кстати, друзья, не забывайте, тоже посмотрим. Так, быстро давайте открывать. Так, так. Глаза обычные, обычные глаза. Так, обычный аксессуар. Скин обычный выпал. Обычный аксессуар, обычные глаза. Угу. Обычный скин, легендарная одежда, обычная одежда. К сожалению, нету ничего. Обычная одежда и обычные глаза. Ну, я не отчаиваюсь, я буду еще и еще и еще открывать сундуки. Так. Двадцать врагов и 5000 монет награды. Так, что я еще хотела вам? Ну, в общем, мне понравилось. Мне понравилось тутошнее обновление. Мы с вами еще сюда вернемся, но чуть попозже. Главное меню. Главное меню. Так, что у нас за событие? У нас событие подарок. А у нас нету этих, знаете, кого у нас нету? У нас нету тыковок на Хэллоуин были. Сейчас нету. Давайте в океанский мир. О, у меня он грузится. Ну, там же тоже обновление было, как бы, да? Медленно грузится. Ну, ладно. Я не показала вам новые статуи. Ну, сейчас посмотрим, что в океанском мире добавили. И статуи вам покажу.
Так, у нас нету, к сожалению, событий, не добавили наската у нас, добавили, что у нас добавили? Наската у нас добавили новые легендарные скины. Я думала, они будут Wild Club-овские, но нет, они обычные. Вот они, такие легендарные скины. Так, у нас добавили одежду, тоже легендарную, и одежду-шапочку, кстати, тоже легендарную. И действия не добавили, к сожалению. На дельфина давайте теперь посмотрим. На дельфина не добавили. Нет, на дельфина добавили одежду. Вот такая вот одежда. И вот такая вот тоже одежда, очень красивая, будут пользоваться. Ракушка на башке. И вот такие вот эти водоросли тоже на башке. Действия не добавили. На акулу. На акулу что-нибудь добавили? На акулу тоже добавили одежду. Вот такую вот. Ой, какая красивая. Wild Club, кстати, к сожалению. И это тоже Wild Club. А это легендарное. Действия нет. Добавили пэтов новых. Вот этого пэта. Медузу. И вот этого пэта. У меня ни того, ни другого нет. Тут давно уже пытаюсь убить, но нет, к сожалению. Давайте посмотрим, может нам... Нет. А, нет, пещера пиратов новый, да, но у меня кристаллов не хватает, к сожалению. Так, ну, пожалуй... Да, пожалуй, в океанском мире это все, больше ничего не добавляли. Давайте перейдем теперь в обычный мир и покажу статуи, которые разработчики вернули в игру. И быстренько пройдем какое-нибудь задание, чтобы забрать наши кристаллы. А потом уже буду снимать вам видео. Так, давайте возьмем вообще рысь. Я ее прокачиваю. Так, может быть... Нет, к сожалению, нет. Ну, мало ли, может, разработчики и какие-нибудь красивые скины добавили на зверей. Но нет. Ни на кого не добавили. А может, и добавили, только я не в курсе. Нет. Ну, носорог уже и был, но он у меня, к сожалению, нет. Змея тоже ничего не получила. Ну что ж, ладно. Давайте перейдем вот сюда. Перейдем. Я не помню, где у меня квест. Давайте вот сюда перейдем. Угу. Ух ты, у меня обновился квест. Мне теперь 5000 монет за и 103 тысячи опыта. А, ну нормально. Так, давайте теперь в коллекцию зайдем. А, ну, пэтов новых. Я так смотрю. А, нет, добавили, смотрите. И пэтов новых добавили. Смотрите, как аду. И хорек какой-то. Да, добавили. Двух новых пэтов. Если что, они вот тут. Между змеей и летучими мышами. Вот такой вот хорек. Красота какая. И вот такая вот птичка. Так, из Wild Club ничего не добавили. Кроме вот этого пса. Так. Куда я хотела, да, я хотела в магазин. Давайте поищем, где они находятся. Вообще, по-моему, они находились, знаете, где? Они, по-моему, находились в... Вот тут они находились, да. Стоит она 321 этот желудь. Да, все, я все купила. Ставить, естественно, не буду, не хочу. Потом, может, поставлю, ну и все. Ставлю здесь своих рысей. Что у меня по заданиям? Задача.
5000 монет. И охота на 20 врагов. Ой, мама. Прогулка. Получить 10 уровней на любом животном. Это сложнее, конечно, будет уровень. Но я, конечно, попытаюсь. Итак, давайте я сейчас быстренько перезайду на новую карту в онлайн. Итак, давайте теперь рысью тут походим, поохотимся на животных и выполним квест. Так, кто тут у нас? У меня тут кошечки 7 штук и такие кругляшки 9 штук. Я очень плохо знаю названия всех животных, поэтому запоминать буду долго. Ну, вы знаете, неплохо. Они так еще и монет дают в онлайне. Это так вообще красота. Буду качаться, ребят, быстро буду прокачивать рысь. Сейчас еще посмотрим, давайте, сколько дадут за убитого босса. Так, игра. Что тут у нас? Как правило, оно всегда в самом конце. Китайского дракона 65 драгоценных кристаллов. Много, ребят, это много. Так, кошечки тут у нас, кошечки. Нам нужны кошечки. А, крутилка вот эта, катушка. Ну, тут, видимо, самые слабые. Там возле дракона самые сильные. Красота какая. Кошечки. Но они убить могут, ребята. Они, ну, серьезные враги, потому что они 185 уровня. Так, давайте посмотрим, сколько они вообще дают. Ай, больно. Ну, нормально дают. Нормально. Если тут засесть на часик, можно прокачаться так хорошо. Меня босс больше интересует, сколько он дает монет. Ну, мы, ребята, естественно, это все посмотрим. Ну, я видео снимать буду. Конечно же. Интересно, а с той воды пить можно? Надо все прочекать, надо все просмотреть. Так. Да, с воды пить можно. Это надо аж вовнутрь прямо аж туда заходить. Прям я довольна, ребят, обновой. Если она вам понравилась, пишите в комментариях и ставьте лайки. Так. Уже сейчас и квест выполним. Сейчас. Ну, они меня хорошо прям коцают. Прям нормально так я покоцалась. Ну, знаете, и монеток хорошо так накопила. Ну, мне надо 5000, чтобы задание выполнить и еще одно задание, чтобы выполнить. Блин, у меня такое хорошее задание было на 25000, но я не выполняла его. Тогда панды красные. Вот эти мне чупа-чупсы нужны и кошечка одна. Капец. Конечно, но если вам зашла, тоже пишите в комментариях. Задача завершена какая-то. А я не знаю, какая. А, я на монеты завершила задачу. Понятно, понятно. Ну, врагов буду завтра побеждать. Вряд ли видео, конечно, буду снимать насчет этой темы, но контент будет хороший, причем контент. Так. Надо быстренько, быстренько, быстренько. Отлично. Водички.
последний не остался этот катушка. И посмотрим. Ой. Чё-то я походу... О, видимо, это вылетать будет. Жалко. Ну, наверное, пофиксят вылеты периодически. Так, давайте последнего. И, ух ты, как хорошо дал. Хорошо дал. Так, какие у нас вообще еще задания остались? Задачи. Ага, нам еще два награды собирать. Нам еще два врага надо победить. Ребят, нам еще два врага надо победить. И я задание ежедневное выполню. Вон они как раз таки. И 12 сундуков откроем. Может, горилла выпадет. Ну, обзор гориллы уже будет в следующей серии, ребят. Потому что уже очень поздно. Мне завтра в колледж вставать рано. Задача завершена. Завершить. Загрузка завершена. Так. Что у нас? У нас бустер один обычный на ускорение. 500 эликсира, которые мне нахрен не нужны. Короче, ребят, мне надо... Ребята... На бесплатном есть эксклюзивный скин. Нам надо до него добраться. Нам надо до него добраться. Синий. Буду добираться, буду играть, буду все, короче, делать. Оттенок кожи будут. Ну хорошо, сколько у меня там кристаллов? 24 кристалла. Давайте откроем сундуки. 11 штук. Может, горилла выпадет. Обычный аксессуар. Нет, к сожалению. Ну, вряд ли она мне выпадет. Это надо 99 сундуков открывать. Ну, скины обычные попадали вообще. Ну, хорошо. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка. И всем-всем-всем до скорой встречи.